Компания Sollers сразу после новогодних каникул возобновила выпуск новеньких российских легких коммерческих грузовиков «Атлант» и «Арго» в Татарстане. Напомним, что раньше на этом предприятии собирали Ford Transit. Модели выпускаются на базе китайского «Як». Грузовик «Атлант» — это максимально близкий аналог «Газели», «Арго» — прямой конкурент Kia Bongo или Hyundai Porter. За «Арго» дилеры будут просить чуть больше 2 миллионов 600 тысяч рублей без скидок. «Атлант» обойдется покупателям почти в 2 миллиона 700 тысяч рублей за цельнометаллический фургон. Как сообщает пресс-служба компании, в настоящий момент мощности завода проходят подготовку к старту производства автомобилей по технологии полного цикла. Запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения, необходимые для получения высокоточного продукта, а также обеспечения стабильного качества осуществляемых процессов.